кто начал свой обстрел, он был на улице и побежал сразу не в укрытие, а в палатку пацанов поднимать. И на входе возле палатки осколком его достал. Первый класс учились вместе в одной школе. Дружил, сосед у меня был. Хороший парень был, ну, дружелюбный, ценил дружбу, веселый. Ну, хороший парень был. Вы сожалеете о том, что... Конечно, и не верю даже в это. Ну, тяжело, понятно, в это поверить. Вроде вчера и было, а сегодня уже его нет. Он хотел получить профессию, хотел работать. Как все после 9 классов, знаете, мечты мальчишки, добиться чего-то, поступал учиться здесь, в Бердянске, на рабочие профессии обыкновенные. Ну вот, не суждено, оборвала жизнь в таком юном, я считаю, юном возрасте, потому что такое 26 лет? Это возраст для человека юный совсем.